Живая музыка от группы Lucky Strike встречала гостей семейного фестиваля на площадке молодежного центра. Традиционное мероприятие, посвященное Международному дню семьи, в этом году прошло под открытым небом. Тема фестиваля – «Вместе в главной роли». Сегодня у нас проходит семейный фестиваль, называется он «Вместе в главной роли», посвящен он дню семьи. Сегодня у нас проходит несколько мастер-классов. Это роспись гипсовых фигур, это пластилиновый мультфильм. Ребята, детки и взрослые могут сделать пластилиновый мультфильм, создать героев из пластилина и почти сразу увидеть этих героев на экране. Создавали праздничное настроение и другие интерактивные локации. Яркая тематическая фотозона, мудборд, воркшоп по сценической речи и актерскому мастерству от студии «Театралка», веселая анимация и фокусы для маленьких гостей, мастер-класс по созданию семейного оберега своими руками. Да, также у нас работает площадка сбора средств в приют «Мурдом». Гости фестиваля могут принести нашим маленьким друзьям либо корм, либо наполнители. Кульминацией фестиваля стал просмотр фильмов под уютными пледами в кинотеатре под открытым небом. Киноленты подобрали такие, чтобы их можно было посмотреть всей семьей. Сегодня будем транслировать фестиваль уличного кино. Две короткометражки от лучшей короткометражки от начинающих режиссеров. И это будут два фильма «Невесомость» и «Чернильное море». Гости фестиваля могли подкрепиться кофе, попкорном и сладкой ватой, приобрести сувенирную продукцию на ярмарке мастеров. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».